Ну что, всем привет, дорогие друзья. У меня мукбанг, прием пищи. Мукбанг, не мукбанг. С пылу с жару приготовила в духовочке вот такую вот курочку крылышки. Картошечка собственного огородика. Также помидорки, перчик там, все с огорода сорвала. Быстренько накидала сюда. Посолила, поперчила соусом. Соевым полила. Что я еще здесь? Ну, чуть-чуть майонезика, чесночку добавила. Кстати, вот чесночок, кусочек, можно его и съесть. Да. Ну, можно и приступать. Сегодня воскресенье. Кстати, вот такая помидорка очень вкусная. То ли негритянка, то ли... Не знаю, какой сорт. Ну, чудесно. А это порезанный напополам китайский огурец. Вот его вторая половина. Вкусный. Ну что, крыло не сильно обжаривала. Так можно было и побольше. Ну, тут уже весь сок выкипел, и я решила, что, думаю, сейчас подгорит. Смысл. Кстати, если вы кушаете со мной, приятного аппетита. Ну, а если не кушаете, просто хорошего дня. Я вот сижу, сейчас и думаю, какая прелесть. Выходной день у меня. Что хочу, то и делаю. С утра отдраила баню. Так, запеченная помидорка. Помыла машину. Посуду вымыла. Ну, то, что себе. Еды приготовила, это не считается. До ночи ковырялась за закрутками. Вчера полы помыла. Убралась. Все быстро приготовилась. В огороде марафет навела. Не до конца, а так. Уже не могу, думаю. Сейчас как выпаду в осадок. Сейчас лекцию надо прослушать. А она больше часа. Хотела посмотреть, думаю, не стоит. Так что выходные чудесные. Кто-то у меня голодный. Ой-ой-ой. Думаю, что мне сделать. Я же все это не съем. А мама сварила в квартире борщ. Ну, в городе. А вот я думаю... отвезти ребенку
и еду. И налить себе там борща. Ну или не налить борща, а там поесть. Это я про завтра. Ребенок сказал не возить сырых продуктов. Только готовых. А я сейчас буду еще котлетки делать. Наверное, соберу ему. Я в огород все пищевые отходы выкидываю. Прям пофиг. У меня выбежала Сима сейчас туда. И давай как собака гоняться за палкой. За всем, что я выкидываю. Так. Ну что? Есть или не есть еще? В чем вопрос? Одно крылышко. Очень хочу пить. Прям бы мне сейчас чай не помешал. У меня пустой чайник, и мне нужно его наливать. Еще мне нужно идти в магазин. Вернее, не идти, а ехать. У кошки кончилась еда. Кстати, знающие люди говорят, что Дзен хочет длинные видео. Угу. Только кто их будет смотреть у маленьких каналов? Ну, это последнее. И прям чаю сейчас попью. С удовольствием. С мятой, со смородиной. Все. Я наелась. И похоже. Уже не захочу, хотя время 1:00. Все. Спасибо всем, кто ел. Готовить каждый может. Пока-пока.